Положили коммуникации, раскопали землю, а территорию за собой не прибрали. Жители домов Пощерса 30 и Дерендяева 7 пожаловались на то, что осталось после работы коммунальщиков. Яму на Щерса прикрыли досками, если ее еще можно обойти, потому как находится она за домом, то на Дерендяева раскопки проводили прямо посреди двора. После работ на земле остались фрагменты сигнальной ленты, но больше всего жильцов беспокоит то, что почва после раскопок осела и туда могут упасть дети. На этом месте, рассказали люди, раньше была детская площадка и росли цветы. Теперь двор напоминает перепаханное поле. По словам жителей, управляющая компания в курсе ситуации, там пообещали навести порядок, но пока, по всей видимости, до дела у руководства руки не дошли. Эта ямка у нас с осени. Осенью приехали поздней, значит, покопали, ну и уехали. А что, грунт осел, все, трубу ставили. Водопроводную трубу, по-моему, ставили. Ну, так-то вообще тут дети гуляют. Так-то тут детская площадка. Тут растения были посажены, все это вырыли, все это закопали.